температура не самая высокая, но командам это не должно помешать сегодня выступить хорошо. Спартаковцы неплохо играли в этом сезоне против ФШМ. Одержали две сухих победы, 6-0 и 3-0, но это кубок. Не надо об этом забывать. На кубке может случиться абсолютно все. Ведь ФШМ в полуфинале обыграла команду Чертанова, собранную, в которой собраны очень сильные игроки. Итак, сейчас против соперников играть, но и против погоды выступать. Сейчас самоотверженно пришлось играть Быковскому в своей штрафной площади. Ой, что творится? И гол! ФШМ забивает гол. Вот тебе на первый гол, пропущенный нами в стадии кубка. Что тут происходит? Почему до этого доводим? Непонятно. На 8-й минуте ФШМ выходит вперед. Быковский будет выполнять подачу в штрафную площадь. Мяч летит очень долго. Николаев выигрывает вверх. Абдурахманов обрабатывает мяч, но он спиной к воротам. Там ложатся под удар уже все. И Маркетесов мог бить. Обрабатывает. Николаев проталкивает просто мяч в сторону ворот. Абдурахманов нет. Никто так и не ударил толком. Тетерин с мячом. Пенальти! Пенальти! Ну вот, ну хоть Миша сделал то, что должны были делать совсем другие. Защитник подхватил мяч, вошел в штрафную и не угрожал уже воротам. Но Николаев взял мяч. Уверенно. Гол! Гол! Правда, очень сложно было. И вратарь угадал. И мяч, по-моему, коснулся стойки ворот. Но мяч в воротах 1-1. Николаев на 6-й минуте второго тайма сравнивает счет. Драхманов. Двоих обыграл. Третьего не сумел. Легко проходит всех, выходит один на один и забивает нам второй гол. Как можно было? Восьмерых, как на велосипеде, объехал футболист команды ФШМ. И теперь у нас остается только 5 минут на то, чтобы хотя бы отыграться. А мы уж говорили о победе. Пошла последняя минута основного времени. Данилин, Николаев, Маркетесов. Проталкивает себе мяч в штрафную. Подача! И в воротах мяч! Да, это Прэдиус! Он не зря вышел на поле. На последней минуте основного времени матча 2-2. Ребята, ну что, это же... Это, я не знаю, как это вообще назвать. Это просто характер и Маркетесов. Но не зря его ругал весь матч тренер. Не зря что-то говорил о нем я сейчас. Ворота команды ФШМ. Забил Илья Фредиус, номер 10. Счет матча 2-2. Разбег, удар под перекладину. 1-0. Разбегается. Удар 1-1. Тащит этот мяч. Сунгатуллин. Вратарь очень подвижный. ФШМ. И точно бьет Фаниль. 2-1.
2-1, еще 3 удара. Второй номер, только что вышедший на замену. Серия 11-метровых. Короткий разбег, удар. И не забил Нуркетис. Это не его день сегодня. Поставил мяч. Разбег. Удар, Ярусов! Ярусов тащит. Данилин идет бить. Это четвертый удар. А счет 2-2, не хочет меняться просто. Захочет он поменяться все-таки или нет. Кому-то придется его поменять в любом случае. Для того, чтобы этот финал в конце концов закончился. Этот очень нервный финал. Этот фантастический финал. Данилин. Удар. Гол. 3-2. Сдвинул, сделал с мертвой точки. Разбег. Очень сильно пробил. 3-3. Очень сильно пробил. Счет 3-3. Останавливает мяч Левшук. Разбег. Удар. Гол! Спартак обладает Кубком Москвы! Команда 2001 года Алексея Леонидовича Лунина становится обладателем Кубка Москвы. Левшук реализовал последний пенальти, пятый. 4-3. Ну что ж, я всех поздравляю. Всех тех, кто болел за «Спартак», всех, кто следил за этим драматичным матчем.